это и отношения, и тактильность, и внимание, интерес к другому. Это какое-то увядание, но и пульсация жизни. Это любопытство. Я хочу изучить, что лежит за словом «красивое», что я персонально прячу за ним. Для меня там очень много. Почему у современного искусства такой сложный сленг? Лампа, газета, спустя, вода, касса, вакцинация. Окно сушить, бумага, хвост. Снова вода немножко. Роскар. Да, я понимаю ваш вопрос. Наверное, для меня дело в эстетике. Эстетика становится главным героем и основным объектом этой истории. Это свет. И то, как он меняет картинку. Как он меняет в принципе восприятие объекта. Мне интересно следить за этим, но это чисто эстетическая работа. Продолжай качать ногой. Искусство. Это серьезно. А, простите, что был за вопрос?